Добрый день. Мы продолжаем вещать с площадки 8-го конгресса финансистов Казахстана. На этот раз у нас в студии гость, генеральный секретарь Международной ассоциации систем страхования депозитов Дэвид Уокер. Добрый день, Дэвид. Скажите, пожалуйста, можно ли считать, что депозиты Казахстана защищены по международным стандартам и чего в этом не хватает Казахстану? I think it's exactly right that the Kazakhstan Deposit Insurance Fund. Казахстанская ассоциация страхования депозитов, гарантирование депозитов существует с 2003 года, и за это время она наработала большой опыт по защите интересов населения в размещении вкладов и депозитов, и разработала необходимые инструментарии, методики по защите, по гарантированию депозитов. И все это со временем будет нарабатываться и больше принимать конкретные формы. А какие меры может перенять Казахстан, то есть опыт каких стран в гарантировании депозитов, вкладов населения, по вашему мнению? I think that Kazakhstan, as we said earlier, is on a very positive. Да, конечно, мы уже говорили о том, что в Казахстане эффективно действует система страхования депозитов, и здесь можно перенимать опыт стран в отношении того, как организовать работу крупных системнообразующих банков по гарантированию их депозитов, как это координируется Национальным банком. И в этой связи Казахстан может заимствовать тот передовой опыт, который накоплен уже, допустим, в России у соседей Казахстана, то, как работает агентство по страхованию депозитов в России и Центробанк России, а также опыт других стран, например, это в Америке, американская ассоциация по страхованию депозитов, федеральная ассоциация, также опыт Японии. Как вы считаете, в каком направлении должен двигаться Казахстан для увеличения доверия со стороны населения к банкам второго уровня, то есть именно в те финансовые институты, куда они оставляют на виде сбережений свои деньги? Well, I think that enhancing people's confidence in a financial system. Здесь важно участие Центрального банка и правительства для того, чтобы обеспечить безопасность депозитов. И здесь необходимо активное участие всех игроков финансового рынка для того, чтобы заручиться доверением населения финансовым организациям, финансовым учреждениям. А на чем, по вашему мнению, может или должно основываться дальнейшее развитие системы гарантирования депозитов в Казахстане? Лучшее, что можно сделать, это продолжить уже существующее направление, те шаги, те меры, которые были уже предприняты Казахстаном в этой связи, для того, чтобы обеспечить соответствие национальным стандартам и добиться их улучшения и дальнейшего развития. По вашему мнению, в какой стране наиболее, скажем так, усиленные меры для гарантирования депозитов? Из стран-участниц именно вот этой международной ассоциации систем гарантирования депозитов. That's a good question. We have the level of coverage and protection. Здесь необходимо гарантировать небольшие, малые депозиты, а также средние депозиты. Это является ключом к успеху. Это то, что чего добиваются страны большой семерки. Это у них очень хорошо получается. А также необходима финансовая дисциплина со стороны больших вкладчиков. На этом наше интервью заканчивается. Спасибо вам большое. Желаю удачи вам в работе Конгресса. А мы продолжим работу в мобильной студии уже через несколько часов с не менее интересными спикерами.